Партнер прогнозу погоди на 34-му телеканалі «Аріда». Суха мікстура від кашлю для дітей. Доступний засіб, перевірений часом. Рада нашей новой встрече. Вы смотрите прогноз погоды. А значит, уже через несколько минут вы будете в курсе всех планов природы на четверг, 16 марта. В студии для вас работает Олеся Вайнер. В ближайшие сутки Украину ждет переменная облачность, дожди и туманы. Кроме того, синоптики не исключают небольшой мокрый снег, преимущественно в западных областях. Средняя дневная температура воздуха по стране 7 градусов выше 0. А теперь детальная синоптическая ситуация в каждом из регионов. В центральной Украине суточные температурные показатели составят 3-8 градуса выше 0. Небо в регионе на протяжении всего дня будет плотно закрыто облаками. Лишь в Кропивницком днем и в Полтаве под вечер возможны небольшие прояснения. Также здесь выпадут осадки в виде дождя и тумана. На юге страны термометры за сутки покажут от 4 до 9 градусов со знаком плюс. Последствием ночной облачности в регионе станут дожди, которые начнутся в утренние часы и местами продлятся до конца дня. Партнер прогноза погоды – «Арида». Сухая микстура от кашля для детей. Доступное средство. Проверено временем. Берегите свое сокровище. В Западной Украине температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 1-6 градусов со знаком «плюс». По всему региону предвещается облачность с кратковременными прояснениями, дождь и мокрый снег. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха 3 градуса тепла, а максимальная дневная достигнет отметки плюс 7. Здесь прогнозируются дожди, местами в ночные часы опустится туман. Для жителей восточного региона четверг также выдастся облачным и дождливым. В течение суток местные термометры покажут от 3 до 9 градусов со знаком «плюс». Весна – время посева. Специалисты утверждают, что 16-й день марта, когда Луна в созвездии Скорпиона, удачен для засева томата, перца, дыни, арбузы, тыквы и огурцов. А вот сажать деревья и кустарники нежелательно. И теперь подробнее о погоде в восточном регионе. В Луганской области ночью на термометрах можно будет увидеть 3-4 градуса тепла, а днем прогнозируется плюс 8 градусов. По всей области небо будет затянуто густыми облаками, что приведет к дождю. В Донецкой области ночные температурные показатели составят 3-4 градуса со знаком плюс, а в полуденные часы они будут колебаться в пределах 6-7 градусов тепла. В Донецке, Мариуполе в утренние часы пройдет дождь, местами возможен туман. В Днепропетровской области после полуночи ожидается плюс 4 градуса, а в дневное время 7-8 градусов, также выше 0. Облака затянут небо над областью на целый день и принесут с собой дожди. В Кривом Роге предрассветные часы осядет туман. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха 3-7 градусов тепла киевлянам и гостям города следует быть готовыми к дождям в течение целых суток. Прояснений на столичном небосводе в этот день не предвидится. Вот таким дождливым обещает быть четверг, 16 марта. А ведь дождь – хороший повод провести время в тепле и уюте. До встречи в нашей студии! Допоможи! Кашель почався. Суха мікстура завжди допомагає при сухому та вологому кашлі. Це ж Аріда! Так, Аріда! Суха мікстура від кашлю Аріда – доступний засіб, перевірений часом.